Я очень надеюсь, что ту информацию, которую вы просмотрели, вам понравилась, и вы готовы стать частью нашей команды. А те люди, кто еще сомневается, запомните одну простую вещь. Сомнение – это убийца возможностей. Не нужно сомневаться, друзья мои. Не нужно сомневаться в себе, в своих собственных силах. У вас обязательно все получится. У нас есть подробное пошаговое обучение для всех новичков. У всех все получится. Сейчас очень важно принять правильное решение. Мы каждый день с вами принимаем решение. Встать пораньше, либо поспать еще чуть-чуть. Кушать правильную пищу, либо кушать сникерсы, пить энергетики и так далее. Быть эффективным или немножко приуныть и в апатичном состоянии жалеть себя, ничего не делать. Каждый день принимаем решения, и от качества этих решений зависит качество нашей жизни. Приведу пример. Ну, сегодня, казалось бы, выпью энергетик. Завтра съем конфетку, послезавтра съем хот-дог и так далее. На протяжении полгода неправильные решения превращаются во что? Правильно, в проблемы со здоровьем, в ожирение. Это неуверенность в себе, это проблемы в сексуальной жизни, это проблемы, ну, везде проблемы на самом деле. И самое главное, со здоровьем, проблемы с сердцем и так далее. То есть это неправильные решения в конечном итоге приводят к большой проблеме. То же самое и в бизнесе, то же самое и в финансах. Если мы каждый день принимаем неправильные решения, упускаем возможности, то в конечном итоге через полгода, через год у нас появляются большие проблемы. Кредиты, ипотеки, займы и прочее. Люди зачастую неправильно направляют свою энергию не на то, чтобы разобраться в чем-то, заработать денег, а на том, чтобы там, занять денег, перезанять, еще что-то. То есть я надеюсь, что вы меня поняли, друзья мои. Сомнения – убийца возможностей. Очень надеюсь, что вы примете правильное решение и станете частью нашей большой команды. Регистрация бесплатная, вас ни к чему не обязывает. Ниже появляется ссылочка. Регистрируйся и становись частью нашего крутого комьюнити.